этот лес очень старый и очень древний. Я хотела рассказать тебе одну историю. Дело в том, что когда я была маленькая, моя бабушка жила в этой деревне, и мои родители часто меня туда привозили. Потом пришло такое время, когда все жители этой деревни стали умирать. Понимаешь? Просто ни с чего. Как будто это какая-то чума или какая-то лихорадка. Все заболевали друг за дружкой и умирали. Пока не осталась только лишь моя бабушка. И на самом деле моя бабушка жила последней в этой деревне. И когда она умерла, деревню закрыли на карантин, а дома все сожгли. Но вот в чем вся мистика. В том, что когда прошло несколько лет, один лесник заблудился и увидел, что все дома, которые поджигали, они стоят на своих местах. И деревню прозвали «Деревней призрак», после чего туда просто никто никогда не возвращался. И поэтому, когда Билли сказал мне про дом призрак, я сразу подумала про это место. Я там очень давно не была, и я даже не знаю, стоит ли этот дом там на месте или нет. Но тропинка есть, значит, мы идем на правильном пути. Сейчас мы должны прийти к роднику. У родника есть старая хижина этого лесника. Если он там, то нам повезет, и мы у него узнаем про ту деревню. На самом ли деле она есть или нет? Дим! Дим! А? Иди сюда! Смотри! Что это там? В снегу лежит! Ой! Смотри, снега по колено! Дим, что это? Что-то черное! Осторожней! Это какой-то шар! Дим, это шар с предсказаниями. Он остался на месте избушки лесника. Может быть, этот шар даст нам ответы. Подожди, осторожнее. Шар это с предсказаниями. Шар. Да, и он работает, классно. Он даст нам ответ. Подожди, давай спросим у него. Деревня должна быть вот здесь. Мы сейчас спустимся. Там будет, должен быть... водопад и много-много домов. Но, как я уже рассказывала, эти дома уже, они сгорели. Вот, то есть их, по сути, их не должно быть. Но они могут быть там. В общем, я не знаю, давай спросим у шара. Шар предсказаний, ответь. Деревня, в которую мы направляемся, деревня с призраками, она осталась, она есть? Не могу сказать. Там было, вот. Не могу сказать. Погоди, шар не знает. Подожди. Не могу сказать. Не могу сказать. Подожди. Подожди. Надо задать как-то по-другому вопрос. Алиса, Алиса находится в том доме, про который я говорю? Абсолютно точно. Абсолютно точно, Дим. Значит, все правильно. Мы идем абсолютно правильно. Алиса точно. Там. Алиса там. Мы должны быстрее, быстрее. Побежали. Подожди, это что? Смотри, я не знаю, это чья-то хижина. Такое ощущение, что здесь кто-то сидел и что-то обсуждал. Это место такое мистическое. Вообще кошмар. Я помню, здесь много всяких таких домов, но вокруг никого. Посмотри. Этот дом находится там, вдалеке. Вон там, где сосны и ели. И нам придется спуститься вниз. Смотри, там замерзший водопад внизу. Ага. Вода замерзла, как будто бы время остановилось в этом мистическом лесу. Нам нужно сейчас спускаться вниз, потому что мы пришли из леса, мы оказались на вершине. И сейчас нам нужно спускаться. Ди, подожди меня. Осторожно. Да, здесь очень опасно. Смотри, а здесь какой-то огромный-огромный зал, как будто здесь собиралось много народу. Мне снилось это место.
Я вспомнила, Дим. Мне снился страшный сон. Мне снился какой-то большой, посмотри. Это типа как такая длинная изба. Но дело в том, что мне снилось, что за этими столами шел пир. И знаешь, кто здесь пировал? Кто? Вампиры. Они сначала сидели как простые люди, как обычные люди. А потом во сне, когда я подошла, я увидела, что у них у всех клыки вот здесь вот. И они вот так резко повернули на меня голову, а потом исчезли. Мне кажется, вся нечисть, она здесь. Все злые духи, они собрались здесь. Нас на пути ждет много опасности и много мистики. Ребята, будьте с нами, не пропускайте. Скоро мы доберемся до того самого дома. Я надеюсь, что я найду там Алису. Здесь надо быть аккуратным. Смотри, сейчас нам нужно будет зайти в эту пещеру. Вон туда. Может, ты пойдешь первым. Разведай все, потом я. Будь аккуратен. Осторожно. Так, ладно. Держись. Держись. Вот, за поручень. Спускайся. Я следующий. Будь аккуратен. Здесь все очень старое. Не торопись. Что там? Здесь все во льду. Это ледяная пещера. Слышишь? Тихо. Вода течет. А вдруг мы провалимся вниз? Смотри, это все лед. Осторожно. Ты чуть не провалилась. Ну-ка, пробуй. Я не знаю. Я не знаю. А вдруг мы провалимся? Ребята, надо быть очень аккуратной. Тут вода. Но нам нужно пройти туда. Я так понимаю, что нужно проходить по верху, но наверху слишком много снега, поэтому нам придется перебраться через низ. Держи меня. Будь аккуратен. Давай скорей. Скорей. У нас получилось. Скорее, скорее, Дима! Сейчас. Давай руку. Ну что ты там застрял? Никак не пройду. Аккуратно, пригнись. Осталось совсем немного. Слышишь? Вот где льется вода. Отсюда начинается водопад. И он замерз. Посмотри, там под ним течет вода. Под этим льдом. Здесь вокруг вода. Опасная вода. Давай. Ой! Дальше. О! Дальше будет легче. Ты слышал это? Что? Здесь кто-то есть? Смех Билли. Я точно слышала его смех. Пойдем. Пойдем быстрее. Мне кажется, за нами кто-то гонится. Билли, здесь кто-нибудь есть? Ау. Дим, я точно видела, он был здесь. Смотри. Какой-то мальчик стоит и машет рукой. Я думаю, что нужно следовать за ним. Где, вон где? Он. Я вижу его. Дима, мы наконец-то дошли до этого дома. Дома, где должна быть Алиса. Пойдем. Ты думаешь, она здесь? Я не знаю, но у меня нет других вариантов. Она должна быть здесь. Подожди. Алиса. Алиса, ты здесь? Не надо.